Я сейчас пущу скупую мужскую слезу. Знаете, в чем печаль? В том, что это все не мое. И что еще ужасней, завтра я должен все вернуть. Вот как потом спать, зная, что они с другим? Ведь он не сможет их любить, как я. Он им не уделит столько внимания. А через год он их бросит, обменяет их на какой-нибудь молоденький плитник. Но пусть они знают и помнят, в их жизни был я. И я их никогда не забуду.